Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И сейчас мы посмотрим на характеристики данного устройства. Во-первых, здесь экран 14,6 дюйма. Экран очень большой. Планшет сделан из алюминиевого сплава. Весит планшет довольно-таки много. 726 грамм. То есть реально много. Здесь экран занимает 90% поверхности всей передней панели. Здесь AMOLED-экран довольно-таки неплохой, с частотой и плотностью 240 пикселей на дюйм. Здесь 8-й Snapdragon первого поколения с максимальной частотой обновления до 3 ГГц. Здесь 8 гигов оперативки, а также 128 гигов обычной памяти. А сканер отпечатков пальцев находится под экраном примерно вот в этом вот месте. Здесь у нас двойная основная камера, то есть обычная и широкоугольная на 13,6 мегапикселей соответственно. И здесь, кстати, двойная вот здесь камера. Но почему-то на этом сайте, на котором я смотрю, всего лишь одинаковая камера. Здесь есть вот экстра камера, которая ультраширокая. Она отлично подходит для каких-то конференций, онлайн-уроков и так дальше. Здесь у нас поддерживаются все новые Wi-Fi, то есть Wi-Fi 6. Также Bluetooth 5.2, который потребляет меньше нашей батареи. Здесь быстрая зарядка Type-C со скоростью до 45 Вт. Батарея 11200 мАч, то бишь планшет держит заряд батареи очень и очень долго. Больше видео о данном планшете ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.